сьогодні у програмі. Спецвипуск. Батумі чи Одеса? Every night in my dreams I see you, I feel you. Чим здивують і потішать ревізора популярні курорти Грузії та України? Нас все діло жінки, а мужчини п'ють. Гуляют. Если у Малевича был черный квадрат, то в Одессе есть черная гарь. Вот так ревизор употребляет грузинское вино. Я как археолог, который гробницу открыл, нашел что-то и думает, интересно, это мумию или просто говно? Волосатая ромашка! Притула, Тобі, привет из Грузии. Чим відрізняються найдешевші готелі Одеси та Батумі? Заходите. Куда? Сюда. Номер, это номер. У нас есть еще и кресло. Мягкий уголок. На приличном кладбище и могилки больше. Впервые ревизор с перчаткой на нос. Господи, какой трэш. Грузинська гостинність проти української. Это аджарская виагра. Покиньте территорию. У меня плачет номер. Покиньте территорию, я вас предупреждаю. Ревизор в Грузии. Не ждали? Все знают, как много грузин живут и работают в Украине. А давайте посмотрим, комфортно ли в Грузии украинским туристам, вкусно ли и, самое главное, сколько это стоит. Встречайте специальный выпуск. Сегодня мы покажем вам Батуми. Ресторан «Санремо» – просто на березі моря в самому центрі Батумі. Дуже популярний у туристів. Отличный образчик курортного кафе на Батумском берегу. Вкусно и дешево. Прекрасное расположение, отличные напитки и кухня. Заведение ничем совершенно не выдающееся. Официанты не торопятся, и кулинарных подвигов, видимо, тоже никто не ждет. Очень шумно. Никому не рекомендую. Еда отвратная, сервис плохой. Рекомендовали как место, где можно повеселиться, но наше настроение ничто не радовало. Давайте проверим и узнаем, что здесь на самом деле происходит. Идемте вовнутрь. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Вадим. Георгий. А можно где-то присесть на террасе? Конечно, пройдемте. А вы же официант, да? Да. А давно здесь работаете? Дня открытия. 9 лет. Старожил, значит. Стеклянный пол? Да. Сейчас вот волны бьются под ногами. Да. А прыгать можно? Ну, меня выдерживает, а вас точно выдержит. Вы пробовали? Да, прыгал. Смертельный номер. Проверка скляного полу на міцність. Выдерживает. Скло целое и неушкоджене, как и ревизор. Ты бы села вот за такой стул, когда внизу бьется волна. Конечно. Відчайдушна Аня. А теперь постучи бодро каблуками. И этот человек говорит, что она боится высоты. Да я плаваю отлично. Да? Мы вначале долети до воды. До замовлення. Присаживайтесь, хорошо. Посмотрите. Спасибо большое. Меню. А меню как алые паруса. И ветром роздмухаются. Салат по-грузински с грецкими орехами или майонезом. 400 грамм. Стоит 6 лари. Червоні вітрила таки злетіти намагаються. Холодные закуски. Сыр аджарский. 6 лари. Горячие блюда. Мясо по-французски. Говядина, помидоры, сыр, майонез. 10 лари. Шашлык из свинины. 300 грамм. 10 лари. Хачапури по-аджарски. 7 лари. Эспрессо стоит 3,50. Кофе по-турецки 2. Георгий. У вас в основном же грузинская кухня? В основном грузинская, да. Я могу рекомендовать грузинский салат, да, огурцы, помидоры с орехами и с зеленью. Давайте грузинский салат. А баклажаны и шпинат из холодных – одни из самых потребляемых блюд грузинских – холодных. Давайте тогда баклажаны с орехами. И можно мне, пожалуйста, еще эспрессо, но эспрессо в конце. Конечно. И скажите, сколько по времени нужно будет ждать заказ? Максимум 15 минут. Спасибо.
Программа «Диета» в Батуми накрылась медным тазом. Навідаємось на кухню. Заходим. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов. Мы приехали к вам из Киева снимать программу «Ревизор». Можно мы покажем вашу кухню в Украине? От и добре. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. А вас? Марина. Очень приятно. До холодильника. Вот у нас обязаны всегда в холодильниках клеить стикер, когда положили продукты. В Грузии есть такая необходимость или нет? Нет. И тому впевненности у свежести стравы немає. Это пхали? Пхали, да. Делается из шпината с зеленью, с чесноком. Ой, а холодильник у нас танцует. Ледь на ногах тримається. Его надо там укрепить внизу, чтобы он у вас не плясал. И вымыть не завадило б. А это что такое? Это баклажан. Это орехи. Они лежат в сутке, накрытые кульком. Аби як прикриті. Салат уже с майонезом какой-то вы сделали. Невідомо коли. У вас уже холодильник начинает ржаветь. Вам надо сказать руководству, что нужен новый холодильник. Кто это эмоциональный человек, что съемки перешкоджает? Мы же хотели показать, как будут готовить нашу еду, и заодно показать, как у вас кухня. Але чому? Вы против. Вы против, чтобы мы здесь находились? У нас есть халаты, мы можем надеть халаты наши. Нет, это надо отдельно, короче, надо там приготовить ситуацию, короче. Ні, ревізор ніколи не попереджає про свої візити. Візуйте, пожалуйста. Угу. Інтер'єр можна посмотреть, короче, вид просто посмотреть. Это нельзя так, слушай. Тобто грузинська гостинність закінчується, коли камери проблеми знімають? С кухни нас выдворили и сказали, что кухню для того, чтобы снимать, нужно отмыть и подготовить. Ну, мы по таким правилам не работаем, но я вам покажу интерьер. Этот зал большой, и он, как я понимаю, закрывается на зиму. Столы уже сервированы для больших компаний. Идемте, я покажу вам туалет. В мужском туалете 4 писсуара, и средний из них – это пепельница. Сюда стряхивали пепел. Писсуары сделаны для невысоких мужчин. Мне он очень низкий, но зато сливает. Есть мусорное ведро, которое недавно поменяли. Одноразовое полотенце в держателе. 3 кабинки. Унитаз. Его протирают, хотя... Нужно это делать лучше. Вот здесь вот пятна разводы. Сливает. Туалетная бумага в порционном дозаторе. Ешь здесь весь рыжий и бритко. Мусорного ведра в кабинках нет. А руки можно вымыть в 2 раковинах. На одной лежит волос. И смотрите, как забрызгано зеркало. Здесь был просто енот-полоскун. Енот, может, и был. А прибиральницы тут точно не было. Мыло в дозаторе, но дозатор сам по себе грязный. Посмотрите, во всех стыках. А здесь они его сверху тушили сигареты. Сушка для рук работает, но на сушке черные подтеки. Вообще похоже на кровь. Вытяжка грязная. Давно ее не чистили. Ну, по крайней мере, руки вымыть можно, ну и если постараться, можно попасть в писсуар. Ресторан Сан-Ремо находится на пирсе. Площадь огроменная. Можно отыграть большую грузинскую свадьбу. А если взять еще помещение внутри, то тут можно пол Батуми посадить. На террасе вся мебель деревянная, обычная для террас. И уже трохи пошарпана. Висит очень-очень большой навес, чтобы в случае непогоды ничего на вас не капало, не падало или не какало. Чайки-то здесь тоже летают сплошь и рядом. Влажность воздуха в Батуми очень высокая. И, наверное, поэтому здесь начинают ржаветь светильники. А есть еще возможность посмотреть на сам город. И підзорна труба, щоб все краще розгледіти. А не видно ничего. Підглядання платне? This binocular works with one lari. Работает с одним лари.
Один лари за посмотреть. О! Я все вижу. Еще. За топчаны берут 5 лари. Грузинский мальчик опять ест чурчхеллу, а мама не смотрит. Девочка копается в грязи, а маме наплевать. Она чешет коленку. Шок. Батумские сенсации. А тут украинская туристка знакомится с грузинским мужчиной. Я за такие крепкие браки. Интернационал. А вон плывет прогулочный катер. На нем куча людей висят просто как алыча, из которой собираются сделать кокемали. И плывет огромный, закрылся. Плывет огромный и такой... И опустилась картинка. Все. Гроши закончились. И сеанс подглядания теж. За один лари можно получить удовольствие и поинтересоваться жизнью Батуми. Но удовольствие длиться долго не будет. Здравствуйте. Извините, мы снимаем программу «Ревизор». Мы тоже с Украины. Вы из Украины? Да, мы вас узнали сразу. Вы? Да, мы смотрим вашу передачу регулярно. Мы вас любим. Спасибо большое. Да, как поэтому... вас зовут? Елена. А вас? Олег. Очень приятно. А вы откуда приехали? Полтава. Скажите, что вы уже попробовали в Сан-Ремо? Что можете сказать? Все очень вкусно. И шашлыки, и хачапури. Надо рекомендовать. Да? Это заведение, да. Я не знаю, как на кухне, конечно, но тут очень все вкусно. Вы знаете, нас оттуда выгнали. Да что вы, ужасно. Угу. Но я не хочу вам портить отдых. Не надо. Не буду. Не надо. Поэтому, если день. Было все вкусно, пожалуйста, кушайте. Спасибо. Хорошего отдыха в Грузии. Спасибо, и вам кстати, удачи. Спасибо. Спасибо. О, а стол у меня уже накрыт. До дегустации. Пробуем баклажан. Баклажан горчит. И в ореховой пасте очень-очень много соли. А салат? А вот грузинский салат вкусный. И ореховый соус с большим количеством петрушки и кинзы мне нравится. Мой счет 54 лари 50. Спасибо большое. Справи зроблено, але чудовий вид з тераси змусив ревізора ще зачекати з висновками. Я проверил ресторан Сан-Ремо на набережной в Батуми. Экстерьер. Большое белое здание хорошо заметно с дороги. Есть огромная терраса со стеклянными полами, через которые видно море. Интерьер. Главное достоинство заведения – терраса с деревянной мебелью над самой водой. Цены. Мой счет – 54,5 лари за салат, холодные закуски, лимонад и хлеб. Я пробовал еду. Баклажаны были горькими и пересоленными, а салат из овощей с ореховым соусом оказался вкусным. Обслуживание. Мы встретили в Сан-Ремо соотечественников, которые с восторгом отзывались об обслуживании. Ревизора сначала тоже встретили приветливо. Показали лучший столик в ресторане, провели на кухню. А потом... Потом нас попросили покинуть кухню, объяснив это тем, что к съемкам им необходимо подготовиться. И причины для подготовки были – чистота. На кухне холодильник ржавеет и шатается. Продукты в нем хранятся в беспорядке. Что-то в сутках, что-то в мисках, что-то закрыто крышкой, а что-то просто пакетом. Тарелки с недоеденными салатами собирают, но не моют. В туалете унитаз моют плохо, а на зеркале и на сушке для рук грязные подтеки. Особенность. Это ресторан с итальянским названием в центре грузинского Батуми. Я не смог показать вам кухню. И несмотря на теплые отзывы гостей из Украины, рекомендовать ресторан Сан-Ремо в Батуми ревизор не может.